Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас собираемся, наверное, пойдем немножко прогуляемся. Хотя у нас, знаете, пасмурно, но вроде бы не так холодно. У нас всю ночь шел дождь, а сейчас дождя нет, и мы решили немножко прогуляться. У нас парки до сих пор еще все закрыты. Пишите, как у вас дела обстоят со всем этим, со всей этой ситуацией. Самоизоляция. И в комментариях вообще, как обстоят у вас, кто учится с выпускными. Тоже не помню, в каких городах, но как-то мы вот рассказывали про выпускной, и многие писали, что у них не отменены выпускные, и вроде бы как просто перенесены, но выпускные все-таки будут. Может быть, в каких-то таких, знаете, более сжатых, ну, имею в виду рамках, то есть не прям так, знаете, разгуляешься, там, может быть, не кафе, не рестораны, а где-то, ну, я не знаю, может, где-то на даче. Кстати, вот у Лики, когда был выпускной в том году, мы уже, конечно, вовсю готовились, мы, по-моему, уже в это время купили с Ликой костюм, если я не ошибаюсь, потому что мы долго подбирали Лики наряд на выпускной, и... У них в классе был вариант как бы отмечать выпускной на даче у кого-то. То есть пикничок такой, шашлыки, в общем, все дела. Но все-таки решили отмечать выпускной в кафе. Ну, даже это, по-моему, как типа ресторан был. Пишите, как у вас дела обстоят с выпускным. Что, с выпускным, что вообще, что будет? И у кого не отменили выпускной, напишите, как будете отмечать выпускной, какие есть варианты. Ой, помню, мы в том году с Ликой вовсю готовились к выпускному, примеряли, скажем так, делали, тестировали прически, макияж. Лика уже думала, какой маникюр делать. И наряд мы очень долго выбирали. И очень рада, что остановились на таком вот брючном костюме. Очень было в нем удобно, и если мы думали, что потом еще мы поедем кататься на корабликах, и на самом деле в брючном костюме мы нашли такой плюс, что, знаете, если вечером куда-то идешь гулять, ну, не так замерзнешь, что, допустим, можно накинуть пиджачок, вот. Но мы не поехали тогда на корабликах кататься, потому что пошел дождь, и, ну, на самом деле очень мало ребят поехала кататься на корабликах. В общем, нам как-то стало неинтересно. И после ресторана мы пошли сами гулять. В общем, делитесь своими историями и своими планами. У кого, кто выпускник, у кого будет выпускной, у кого не будет выпускной. Очень жаль, конечно, если отменят выпускной. Потому что это такое событие. На самом деле, его, наверное, все, ну, большинство ребят ждут выпускной. И... конечно, я надеюсь, что все-таки не отменят выпускной, может быть, перенесут, может быть, в каких-то, ну, как-то, в общем, выкрутится из этой ситуации, все-таки ребятам сделают выпускные, взрослые, я имею в виду. Так что пишите в комментариях, как и что у вас. Так, ладненько, мы собираемся, я уже накрасилась, Лика тоже уже собралась, и мы сейчас идем быстренько погуляем, пока нет дождя, чуть-чуть выйдем на свежий воздух. Ты куртку наденешь? Да. Или пальто? Куртку. А сколько градусов? Кто смотрел? Градусов 13, да? Мы же ждем, не дождемся. Обещают потепление. 20 градусов должно быть скоро. Ну, скоро. Выходные. Вот эта заколочка такая красивая, мне нравится. Но она немножко вот как-то, ну, неплотно держит волос. Ну, по крайней мере, у меня спадает почему-то. Ты больше 3 били. Ой, сегодня холодно. Сколько? 5 градусов. Какая куртка кожаная, ты чё? Пальто синее накидывай. Куда? Какие были? Значит, джинсы другие надевай. На 5 градусов, это вообще мощно. Лика! Так. Это что такое? Блоха. Мила, держи. Алика, а зачем ты расчесала? Чешется. Это что, комар? Не знаю. Нет, на комар не похоже. А что это не такое? Знаю. Слушайте, вот недавно и папа... Это, вот... Я знаю, кто это кусает так. Кто, блох? Дикий лось. Нет, Лик, ну правда, кто это? А? Да это я себе во сне.
подъедать начала. Я говорю, дикий лось. Держи, Милан, закрывайте. Не, ну правда, что-то Лика расчесала, что-то цапнула, какая-то насекомая. Какая-то насекомая. Это все я сейчас чешу. Так оно не чеши. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Милан, подуй, Милан, подуй. А Милане так нравится мазать, все мазать. Вот знаете, что вот там у папы какую-нибудь царапинку себя найдет сразу. Вот этот карандаш. Милана называет его волшебным. Миланка играется с куколками, а мы смотрим, смотрим, что модно. Лика, что модно? Кислотные, блин, короче, кислотные. Вот смотрите, желтый. Видите, кислотные розовый, цвета. Но при этом еще серый, черный. Ну вот кислотный вообще, у Лики, кстати, мы в том году покупали кислотные какие-то топики всякие, помнишь, разные? Да. И, в общем, все это сейчас модно. Миланка пробует напитки. Слушай, а у меня вот сиреневый новый топик. Нет, тоже есть. А вот моё... Купили сегодня вот такой вот напиток, ну это типа, знаете, нектар. А вот моё вкусное. Ананас и кокос. Кокос. Мексиканская. 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 В общем, не очень вкусно, если честно. Вообще больше не будем такое покупать. Что ты говорила про лилово? Лилово тоже модно в этом году. Это я тебе говорю. Он не такой вот... Кислотный, да? Кислотный, да. Ну, что? Все носить не буду больше его. Да будешь, конечно. Не знаю, я еще слушала где-то уже, ну, не помню, что за программа, но тоже про моду. А, говорили еще в этом сезоне очень модно голубой цвет. Пофиг, я не стремлюсь за модой, я одеваюсь так, как хочу, я, как мне нравится. Ну, это правильно, но вот голубой точно, лиловый, ну, тоже, мне, в принципе, говорили. Голубой нравится. И если честно, я сейчас удивилась, что вот прям кислотный. Мне кажется, что опять же где-то я слышала, что уже выходит из моды кислотный. Ну, не знаю. Показ этого года. Ну, это да, вот неделя моды, да. Ну, не знаю. Я тоже стараюсь одевать то, что нравится, в чем комфортно мне. Вот. Ну, конечно, к моде. Я сегодня еще по моде одета. Ну. А, не, ну, конечно, по моде стараюсь присматриваться, ну, как бы смотреть, что модно, и, ну, не все, как бы, хватаю оттуда, то есть, вот, если мне в этом комфортно, я буду это носить, если мне это некомфортно, ну, до свидания, извините. На этом наш влог сегодня подходит к концу, кстати, мы с Ликой вчера смотрели, по-моему, 11-ю, 12-ю, да, серию, сколько мы серий с тобой мы вчера посмотрели? Мы 13 серий с тобой посмотрели. 13? Да. 13. Ну, всего, то есть не... Всего 13, мы будем смотреть 14-ю серию, очень интересная мелодрама. Нам, правда, постоянно в комментариях пишут конец, ну, как бы так, знаете, завуалированно. Вот, не пишите нам, пожалуйста, мы не хотим. Я так не люблю смотреть, когда ты уже знаешь, что будет, и уже, ну, как-то не очень интересно. Вот, но нам намекают на конец, да, что там будет в конце. Да. Ну, в общем... Не хотим мы знать, что будет. Не надо. Мы узнаем, может, тогда, когда досмотрим сами этот сериал. Я не знаю, сколько мы с тобой будем его смотреть. Не знаю. Но завтра мы будем долго с тобой смотреть. Да? Да. Ты думаешь? Я уверена. А еще, кстати, папа вчера нашел какой-то фильм и говорит, там 140 серий. Я не знаю, что это за сериал. А что ты там нашел, пап? Какой-то... Нет, 140 ты... серий. Ты вчера говорил, посмотрим... Я не помню какой-то фильм, ты говоришь, еще 140 серий. Я еще говорю, ой, не надо, это слишком много, я не люблю. Я Лике здесь говорю, давай перемотаем хотя бы так, ну, не знаю, там, на предпоследнюю серию. Нормально. А Лика не соглашается. Нет, слишком... я тебя тогда буду включать мелодраму полтора часа. Нет, вот тоже очень короткий, тоже неинтересно. Самое вот идеально, знаешь, ну, где-то 5 часов. Нет, ну, так неинтересно вообще. Ну, ладно. Это мелодрама, наверное, часов 20 лет, если так. Больше, смотрю. По-моему, больше. Ну, по 45 минут? 40 серий. Сейчас прям вот точно вам скажу. По калькулятору нормально? Так, мне не пари, сейчас я посчитаю. По калькулятору сейчас я, говорит, посчитаю быстренько. Так, разделить на 60. О, 30 часов, ровно. 30 часов. Так, ладненько, все, пойду монтировать видео, на этом наш влог подходит к концу, всем до завтра и всем пока-пока. Пока-пока. Смотрим с Ликой «Нити судьбы»,
Честно сказать, немножко вот сейчас 17 серия, очень-очень все натянуто, затянуто. Уже можно было бы давным-давно все это раскрутить. Все в длинных фильмах и в «Ради любви» мы тоже смотрели, говорили, ну что ж, уже можно было все вокруг да около. Вот это вот крутит, немножко это вот напрягает. Я бы уже перемотала хотя бы там, я не знаю, если это 40 серий здесь, в этом сериале. Ну, хотя бы на 37-ю. Подруга, что-то важное пропустим, мы потом не поймем. На 37-ю серию. Не знаю, для меня это очень... Нифига себе, 20 серий промотала. Здесь 17 серий, всю историю рассказали. Я не представляю, что можно тут крутить. Тут на самом деле очень все как-то затянуто. Уже можно было бы раз-два и раскрутить. В общем, мы смотрим сериал дальше.